Итак, ребят, всем привет и хорошего вам дня, вечера, ну, в общем-то, доброго времени суток, вне зависимости от того, во сколько вы посмотрите этот ролик. На самом деле, тема сегодня у нас такая себе. Я не очень люблю обсуждать подобные вещи, но в связи со всей ситуацией в интернете, скажем так, я решила, что почему бы не уделить этому хотя бы 5 минут на канале. Будем смотреть на спидпейнт с совами, которые просто сидят. И типа они миленькие, и на этом как бы все. И будем обсуждать, в общем-то, срачи в художественном комьюнити. Стоит, наверное, дисклеймер сказать, так что услышите меня. Я не отсылаюсь ни к какому конкретному срачу, который сейчас происходит, или происходил, или будет происходить. Я говорю в целом обо всем, поэтому если вам что-то кажется, что я говорю про кого-то конкретного, скорее всего, вам просто кажется, потому что это не так. А теперь давайте, ну, в общем-то, перейдем к теме. Как вы знаете, в общем-то, срачи в интернете и вообще в любых фандомах и прочих вот местах, скажем так, это абсолютно норма. Кто-то с кем-то поссорился, и почему-то это вышло за пределы этих людей, и все про них уже знают, и кто-то поддерживает одну сторону, кто-то другую. В художественном комьюнити такие срачи вообще чуть ли не каждый день происходят, просто кто-то менее популярен, кто-то более популярен, и поэтому и срачи тоже могут быть как маленькими, так и большими. И, если честно говоря, фандомные срачи я не совсем могу понять, просто потому что, блин, ты шиперишь персонажей, которых нельзя шиперить, потому что я так сказал, и вообще по канону они вот вместе, и да, значит, ты там неправильно делаешь, или вот этот персонаж, он плохой, почему он тебе нравится, он же отвратителен, нет, это твой персонаж, говно. Ну, в общем, обычно срачи, типа, подобного рода, максимум из-за сюжета. Давайте будем честны, это только фандомщикам как раз-таки интересно, это очень странно. Но в художественном комьюнити это все более-менее понятно, потому что чаще всего срачи происходят не на пустом месте, например, из-за каких-то обводок, срисовок, кто-то украл персонажа, это все весьма серьезные вещи, да, конечно, до тех пор, пока вас это не коснется, вам может так не казаться, то есть... Вы можете видеть пост, как кто-то украл чужого персонажа и подумаете, ну, украл и украл что, типа, дополнительные арты будут. Это не так работает, ребят. Это я просто говорю для людей, которые не понимают, в чем вообще прикол. Очевидно, что существуют группы, куда все этих людей сливают, потому что, ну, они делают плохие вещи, их художники забанивают у себя в пабликах, если считают нужным. Я таким не промышляю, я не сижу, не чекаю, кто там что сделал, но если нужно будет кому-то продать персонажа или что-то подобное, я обязательно, конечно, прочекаю этого человека, на всякий случай. Ну так вот, по поводу срачи. Я просто хочу вам посоветовать держаться от всего этого подальше. И сейчас вы скажете, блин, почему, что такое? Ну, я вам попробую аргументировать свою позицию. Начнем, наверное, с самого банального и простого. Очевидно, что вы можете считать, что человек 1000 раз не прав, и он может быть действительно не прав, но выписать свое мнение в комментариях, особенно если оно резко негативное, вы там поносите человека, это просто очень плохо, вы не становитесь лучше из-за этого, вы просто показываете, что на самом деле вы тоже вот такой же человек, вас тоже может вывести на подобные вещи. Я просто не считаю, что в целом хорошо заниматься подобными оскорблениями, такое ощущение, что вы сами себя принижаете, только печатая этот текст. Я не говорю, что нужно вообще игнорировать все на свете. Есть действительно какие-то важные вещи, где нужно какое-то распространение. Но я лично бы просто посоветовала, если вы хотите помочь, то можно просто молча сделать репост и как бы закрыть комменты к этому посту, например. В общем, не влазить в это конкретно. Просто потому, что есть люди разные, некоторые могут вообще не понять всю вашу позицию. Поэтому я хочу сказать, что это очень плохая идея вообще вмешиваться в этот конфликт, если вас он не касается. В первую очередь, вы можете навредить самому себе. И я просто хочу сказать, что если вы хотите именно рисовать, то занимайтесь рисованием. Не надо отвлекаться на все эти глупости вокруг вас. Если вы хотите рисовать, то просто рисуйте и выкладывайте картинки в паблик, потому что большинству людей либо полностью плевать на то, что вы там думаете насчет какого-то срача, только если они вам в лично не напишут, либо же им просто это в целом, ну, неинтересно. Люди приходят за картинкой. И я лично всегда стараюсь придерживаться конкретно этого мнения, то есть вот у меня паблик,
паблик, в нем были картинки всегда, и там будут картинки. Я не хочу из этого превращать что-то, ну, я не хочу, точнее, из своего паблика делать что-то непонятное, с каким-то рандомным текстом, со своим мнением. Для этого можно завести отдельный щитпост, и опять же, туда придут только те, кому это интересно. Я надеюсь, вы поняли мою позицию, и не будете тут, типа, говорить, блин, как тут можно пройти мимо. Не надо проходить мимо, всегда можно помочь какой-то стороне, но сделать это так, чтобы вам самим не досталось. Поверьте, лучше иногда вообще промолчать, это самое правильное решение на самом деле в вашей жизни будет, чтобы потом не настроить других людей против себя. Ну и, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на ВК, Инст, Твиттер, на все подписывайтесь. Всех люблю, целую, не будьте конфликтными мудаками, будьте хорошими. Всем пока.